один раз я целую страницу написал. Чисто-чисто. Любо-дорого смотреть, настоящая пятерочная страница. Утром показываю ее Раисе Ивановне. А там клякса на самой середине. Откуда она взялась? Вчера ее не было. А так у меня одни пятерки. Евгений Каледенков из Кубинки поначалу не хотел заниматься в театральной студии. Потом втянулся и теперь мечтает стать актером. Результат двухлетнего труда налицо. Третье место на детском конкурсе «Наш дебют», который проходил в рамках фестиваля «Взмах крыла». Это и конкурс чтецов был, и самих театральных коллективов. Причем мы, в отличие от многих детских театральных конкурсов, все-таки работали как взрослый конкурс. То есть нам показывали полные спектакли, полные версии. Никакие не 15 минут, никакие не выдержки. И вот лучшие спектакли получили право сыграть на нашей площадке перед взрослым народом. Евгений – один из 45 победителей детского театрального конкурса «Наш дебют». На торжественной церемонии открытия финальной недели фестиваля «Взмах крыла» наградили лауреат второй и третьей степеней. Тем, кто занял первое место, вручат награду чуть позже, в субботу. Фестиваль «Взмах крыла» проходит в Одинцовском округе в шестой раз. Но география его участников не ограничивается даже Московской областью. Например, коллектив «Красный цветок» приехал в Жаворонки из Перми. Он один из лауреатов фестиваля. Показать себя, увидеть другие коллективы и непосредственно другой город, новые знакомства. Это все здорово и классно. Да, посмотреть, сравнить, что делают люди, узнать, что делается вообще. Возможно, научиться чему-то новому, увидеть того, чего мы, может быть, не знаем. И также дать, может быть, что-то свое. Пермский театр участвует в фестивале третий год. Василиса Теплякова в жюри уже пятый. Признается, уровень коллективов участников растет. Впрочем, здесь обмен опытом – процесс обоюдный. Мы слышим друг друга, обмениваемся опытом. Мы не боимся сказать, что мы думаем, а они как-то очень абсолютно благодарно воспринимают мнение, слышат, прислушиваются. И это, конечно, невероятно радует, то, что фестиваль таким образом растет, и как-то вот у него такой продуктивный вектор развития. Итоги фестиваля «Взмах крыла» подведут в субботу в волейбольном центре Одинцова. Главную награду получат 10 лауреатов. А пока на сцене театрального центра «Жаворонки» идет показ работ, признанных жюри лучшими. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».